Насколько уникально твое тело? Только 5% людей в мире могут облизнуть свой локоть. Рыжий цвет волос самый редкий в мире. Он есть всего у 2% людей. Дальше это двойной ряд ресниц, который имеет 1% людей во всем мире. И из-за такой особенности они плачут дольше остальных. Только 5% людей имеют вот такую точку, которая называется вторым ухом. Это доказывает, что раньше у людей были жабры, и они могли дышать под водой. Если у вас разного цвета глаза, то вы очень редкий. Только 1% людей имеет такую особенность. Вот почему не следует заходить в воду с кенгуру. Если вы преследуете кенгуру, то животное может остановиться и полезть драться. Тогда вам мало не покажется. У кенгуру в рукаве припрятан еще один козырь. Некоторые кенгуру делают вид, что они вас умоляют и просят залезть с ними в воду. А все потому, что кенгуру хотят вас там утопить. Эти идеальные моменты ты не увидишь второй раз. Девушка засмотрелась телефон, но к ее счастью шел мужчина и помог ей не удариться лбом об столб. А этот парень решил перепрыгнуть целый остров на своей доске для серфинга. Играть в гольф и одновременно подкидывать и ловить зонтик может не каждый. А здесь наглядно показано, как работают законы физики, и иногда они могут быть неожиданными. А как могло произойти такое, я даже представить не могу.